Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 758. Запишите в виде дроби частное. 4 разделить на 12. Можно записать как 4 двенадцатых. Второе. 6 разделить на 25. Это 6 25. Третье. 16 разделить на 8. Это 16 восьмых. Четвертое. 14 разделить на 23 равно 14 двадцать третьих. Пятое. 12 разделить на 23 равно 12 двадцать третьим. Шестое. 17 разделить на 11 равно 17 одиннадцатым. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.